Друзья, друзья, я очень вас прошу полиции вмешаться, вывести этого человека. Мы знали о подобных провокациях. С полицией у нас диалог хороший, нормальный, налажен. Мы прибыли сюда со всех городов области и соседних городов, соседних областей, Днепропетровск, Запорожье, Донецкая область. Так, нет, не все. Давайте так. Чтобы не было вот этого базара. Который срежиссировал данный персонаж. Не выведите на того хама, а? Не выведите на того попутка, который стоит здесь и рассказывает, а? Нет, он сейчас нам расскажет. Нет, а сейчас он нам расскажет, Костя. Дайте ему отчитаться. Ты не заслуживаешь другого. Диалог, мы предлагали с ним три раза устроить. Сюда приходили. Конечно, да. Конечно. И сейчас он нам будет отвечать на вопросы, незаготовленное свое рассказывать, да? А расскажет нам. Конечно, да. Ваше все майно, которое вы за 25 лет награбили. Которое за 25 лет, нет, это закрытых источников. 629 квадратов метров живой дом. 282 квадратных метра. Земельный участок. У данного персонажа, который не дает слова собеседнику, в украинском языке это называется пычество. Это нет. Смотрите, он провоцирует, чтобы я ему сейчас дал лицо. Больно. Но он этого не дождется. Он да, там что там попробуй? Конечно, ты ждешь. Устроил здесь подонок. Учение устроил. Полицию втравливаешь в это. Ты негодяй, который ограбил область. Который до этого ограбил 25 лет страну. Откуда у тебя 60 тысяч гектар? Ответь. Почему ты землю не расстал? Конечно, дам. Когда ответишь на вопрос, откуда у тебя майно? Так давай отвечай, откуда у тебя чиновника? Мы сейчас собрались тебя обсудить. Группа общественных организаций за дело Александра Коляка. Моя фамилия Ворецкий, Василий Иванович. Пошел ты нахер отсюда, ты понял? Со своими здесь. Мы будем проводить эти мероприятия. Хальба! Уважаемые друзья! Хальба! Продолжалась война. Так вот скажите мне, пожалуйста, кому это? Есть вопросы к власти?
Андрополе. Если у вас информация о нарушениях каких-то, подавайте документы в правоохранительные органы. И у нас правоохранительные органы на сегодняшний день не завуалированы, не заполитизированы. И дадут должную оценку всему происходящему. І дає провести закон про імпічмент президента. І тому сьогодні президент повністю захватив Запорізьку область разом з Рінатом Ахметовим. Повирізали ваші домашні телефони. Він практично повністю керує Запорізькою областю. Тепер я чого приїхала? Ви не говорите про те, що зараз найболюче у вас, бо у вас працює середній і малий клас, бо все велике вже розікрали. Останні сьогодні вже арештовують Богуслаєва завод. Малий і середній бізнес обклали Данію, міліція і прокуратура області. І вони сьогодні, Бердянський порт в Мелітополі, здесь я приїхала по підприємцю, Романов і Золотоноша, вони приїхали з Дніпропетровська і обклали всіх Данію. Ми написали сьогодні в кваліфікаційній комісії, ми написали, як той же Романов ходив по Майдану і збирав беркут проти нас, тих, хто стояв на Майдані. Шановні мої, я хочу сказати, ви правильно поставили акцент. Всі губернатори, це не силові структури, вони вертикаль президента. Знімати надо президента і всю його камарилью, бо він построїв таку велику корупцію в країні, яку переплюнув навіть Януковича. Я дякую і горда тим, що я прийшла в політику з Запорізької області. Я з Ленінського району. Я горда тим, що ви стали на захист власного життя. Я вам дякую щиро. І хай Господь вас благословить.